Шымкенте активизировались клещи. 17 человек обратились уже за медицинской помощью. Сейчас специалисты проводят исследования кровососущих на вирус конно-крымской геморрагической лихорадки. Обнаружены первые природные очаги на этих кадрах. Вот вы видите, как место буквально кишит клещами. В городе готовятся к обработке от них. В прошлом году был зарегистрирован только один случай заболевания конго-крымской геморрагической лихорадки, но он был завозным. Неблагополучные населенные пункты, где ранее находили клещей и переносчиков, в Шымкенте обрабатывают дважды в год. Специалисты сейчас предупреждают пчеловодов, чтобы в момент, когда уже начнется очередная обработка, те не выпускали своих насекомых. Зоологический отдел уже начал сбор клещей и доставку материала для исследования на клещи, значит, зараженность клещей возбудителями, да, КГЛ в лабораторию. И на сегодняшний день было исследовано, значит, 180 клещей, и среди них положительных результатов у нас не выявлено. Это собирается непосредственно с животных и скотопомещения.